футболисты более раскрепощенные, им там нужно показать сердечко, там, чтобы жена или там девушка понимала, что он ее любит. Вот сердечко. Я понимаю, если там сильно любишь жену за то, что она там подарила тебе детей, да, ну, ты показал сердечко, а через месяц разошелся с женой, с девушкой. Раньше такого не было. Как-то если ты показал сердечко, все посмеялись бы над тобой раньше. А сейчас это ты красавец, ты сильный мужчина, показал сердечко.